Перед вами девятиэтажное здание. Видите, оно с двух сторон полностью разрушено. Посередине два подъезда также снесены. И так выглядит весь город. Если мы раньше могли так говорить про Мариуполь, про Волноваху, сейчас я скажу, что Мариуполь, Волноваха нормальные, более-менее целые города, которые можно, в принципе, восстанавливать. Здесь совершенно город-призрак, все разрушено. Попасная стратегически очень важный город, он находится на высоте. Ни одного мирного человека мы пока не встретили. Как рассказали нам танкисты ЛНР, бои шли за каждый дом, даже не за каждую улицу, буквально за каждый дом, поэтому, конечно, ничего не осталось.